Так, мертвая игра, ага, ебать. Тогда ГБ нахуй мертворожденная там что-то выкакал. Тут вообще неплохие все юниты. Клок самый ПВПшный. Клок самый ПВПшный. Можно еще БХ зацепить, но... Ладно, если там еще одного клока увижу, то заберу БХ. По одному клоку это нормально. Клок сильнее в ПВП в начале. Лишь бы выиграть начало. Не отменяет киберспорта. Какого нахуй киберспорта? Мобилка и киберспорт — это две разные, блядь, вещи. Друг друга взаимоисключающие. Два Марса, неплохо. Начало уже идет куда-то. Я больше тоника хочу, наверное. Не уверен. Не, ладно, я клока больше хочу, чем тоника. Опа, он там мистер клока выкатил. Че, мангус будет мне? Походу будет, да? Чувствуете манго? Тангус, сука. У, сука. Как все хуёво тут. Можно как-то Тускара, типа, попробовать зацепить, я не знаю. Ну, было только не продавать, может еще бразок есть вариант манго вытащить. Не, уже не вытащу. А не, могу с самого последнего, теперь точно нет, боже. Боже, игра меня приветствует. Приветственная первая игра просто в говне. Окей. Ту-ду-ту. Айтемы полный пиздак, юниты тоже. Единственное, что тут более-менее, там слышу уже, форвард тут появился. Форвард уже появился, первым все продал нахуй. Ладно, я попробую в две луны и этого сыграть, Марса. Можно два Марса даже кинуть вместо двух лун, да? Я не знаю. Пускай две луны, допустим. Предположим, что так лучше. Я, по идее, только форт выиграю. Я еще вот это еще могу подраться. Не знаю, что тут произойдет, но, по идее, это я хотя бы могу драться. Тут без айтема? Тогда я должен. Там просто один чейнмейл бы, и мне пизда. Так, я хочу БХ. Повезло. Кошмар. Боже мой, нахуй. Как много двоек. Как много двоек. У меня и будут все двойки на свете. Не особо мне поможет, если у меня будет антимаг на столе вместо Марса условного. Так что я, пожалуй, лучше так встану. Чтобы выкупить как можно больше двоек. Так. Антимаг меня чуть-чуть бы усилил, но не настолько, чтобы париться из-за этого. Пускай так будет. Так, винстрик мне сорвали. Окей. Было бы странно, если бы я таким бордом его держал. Есть Марс.
Водичка поехала, но мы от нее отказались. Клока у нас еще дубликата не было. Куда мне эту воду запихать и нужна ли она мне вообще? Там ассасинов тьма, а мне вода эта нахуй не нужна. Буду ли я, возможно, хантером? Более чем возможно. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ладно, оставлю. Возможно, я пойду в Винстейк. Хуй с ним, повеем, повеем. Да, сука, что ж ты, игра, блядь, делаешь со мной? Что ж ты, блядь, делаешь вот этим? Я не знаю, что это будет. Кожан, держи свою любимую накидку. На тебе Марс, может пригодиться. Боже, блять, мой, нахуй. Это точно Найт. Это эльф или ассасин? Вообще на ассасина больше смотрится. Это тоже ассасин или эльф. Это туда же. Вот у этого еще может быть Найт. Ну лучше быть третьим Найтом, чем четвертым пятым эльфа-ассасином. Я думаю так. Я думаю так. Ладно, поехали. Будь у нас в одну сторону уже все. Я уже дальше. Я уже больше не выйду из этого пути. Все, сидим так. Что нам нахуй не нужно? Ты точно не нужен. Так, здесь Найт готовится, окей. Я тоже Найт. Ты как там с кожанчиком? Будешь ты этим Найтом? Ну решай, короче, сам, братан. Решай сам. Сам знаешь, сам видишь, что происходит. Сам думай, чем ты будешь, чем не будешь. Я-то уже точно Найт, все. Он тут демонов выкатил. У, сука. Чё-то не повезло мне с оппонентами. Луна так-то сильная, но демон... Демон пробил Марса. У меня так-то сильно было. Пожалуй, нихуя, да. Я все равно Марса какое-то время хочу использовать. Поэтому драконов я не буду ранних делать с вупиком каких-то рандомных. Так, нас три на найтах будет. Пока нас смотрится три на найтах. Так, здесь эльф готовится или ассасин, хуй знает. То же самое. Десик на 41 инкаме. И 100%. Вот на этом говне он на 100%. Вот на этом говне, боже мой. Он даже не собрал этого клока. Ну ему вроде и так хватит. Ему, по идее, так хватит фармануть, да? Да. Так, начали нормальные айтемы выдавать. Заебись.
Доброе утро, Аршангел. Так, а вот и ханты подъехали. В которых мы, естественно, уже не пойдем. Держи, мистер Марс. Что нам нужно тут продать? Че я хотел? Я кожана хотел. Тебя, тебя. Тебя и, может быть, инчуда. Окей. Так, ну что, я ему смогу обгадить его стопроцентный на этой хуйне. Но у него все равно, конечно, 50 инкама. Но я ему обгадил. Найс. Хоть что-то хорошее сделал уже в этой игре. Ио. Через Ио можно собрать кожана. Либо приберечь. Боже, инкамеры. Пятый, 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 пятый. Сука. Все в инкаме, всем похуй. Вот это тут шмотки. Сочные, сочные. Этот вообще open floor поставил. С таким этим. Что он вообще стенки не добрал. Ну да хуй с ними. Ты там в найтах уперся, да? И у него один найт стоит, гоблины. Он в три фигуры стоял и выиграл, да? Тут все лустыкеры, я понял. Тут три человека на лустыках. Раз, два, три. Так, поехал антимаг. Тише. Тише. На нас три в найтах, окей. Здесь поместимся. Эти лустыкеры потом выйдут и пойдут ебать нас. Из интересной инфы, так сказать. Седьмой левел, 50 инкама. Больше, чем на двадцатку меня переезжает. Там еще, может, мангус просто у него был. Скорее всего, у него манго еще был. Так, наконец-то эту чушь можно заменить. Не знаю, ставить пока богов или не надо. Марс что-то делает. Марс что-то делает. Больше, чем хаос или нет? Ладно, я думаю, то, что Марс делает больше, чем хаос. Так, Десик там в мага пошел, у него уже коин, два разора и СФ, я понял. Добро пожаловать я на понял. Стрим Инвокера! Спасибо за подписку! Добро пожаловать в Синячий клуб, Винс, нижнее подчеркивание. Спасибо за поддержку, держи приветствие на латоне! Поднасрал еще раз. Калека и Абадоном выжил. У меня на мобов хватит с этим антимагом? Или нет? Я не знаю. Что-то против мобов у меня, по-моему, так себе расстановка. Так, что у нас по эльфам? Вот это эльф минимум. Это вообще эльфа-демон, но, скорее всего, будет классик эльфом, потом просто поразбирает всю эту хуйню. Это вообще пошел в этого, в хантера.
Возможен эльф. Нет, это эльф будет. Это эльф. Окей. Я пытаюсь куда-то сбежать, но что-то выбега нету, выбега нету просто. Выбега из найта нету. Давай, Марс, танчи, блядь. Блядь, что-то я на Марса больше рассчитывал, если честно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, ну кольцо ты не получишь. Я на Марса больше рассчитывал. Ладно, один волк это нормально, еще по-божески. Все такие жадные, просто дерутся, все держим винстейки, я винстейки людям сбиваю, а мобов убить не могу. Мета жадности настала просто. Жадная, сука, мета. Все жадничают, и все. Почти ВГ готов, это, конечно, будет мощно. Четвертым эльфом или третьим найтом? Там ассасинов пиздос сколько. Надо быть найтом, надо быть третьим найтом. Вариантов реально мало. Так он еще апгрейд носу, по-моему, да? По крайней мере, он очень быстро моего разора выбил. Не, дерусь тут как-то. Сука! Блядский морф. Изи. Изи. У меня винстейк плюс 2, крипов не смог задефать. Боже мой, нахуй. Боже мой, что с этой метой? Надо вот это все убирать лишнее. Что с этой игрой нахуй не так? Так, давайте что-нибудь искать. Не, вот это вот все нахуй точно. Этого не будет. Не в мою смену, что называется. Боже мой, ебать, так уме... Так можно, блядь, было? Так можно было? Ёбаный рот. Покурите. Охуеть. Охуеть. Я не знал, еще у меня и запасной пук есть. Ой, запасной этот шар есть. Так можно было? Я дракон! Полноценный, мать его, дракон. Летающий. Сегодня слишком спокойно. Я обычно вообще спокойный, просто меня в берсеркер вогнали. Если меня взбесит, то естественно я буду этот. Естественно я буду бешеным. Сегодня я спокойный, меня еще никто не взбесил. Вообще виспов по-хорошему, так сказать, поэкономить. Для этого есть условия как раз такие, чтобы экономить виспа. Паук. Нужно на стейнайта, и мне нужно будет лунный хаос и все остальное. Я не хочу на Абадона тратить, оно того не стоит. Виверны здесь нахуй не будет. Ладно, я еще паролю, потому что, возможно, мне это сохранит винстейк. Ладно, давай даже эти виверны возьму, чтобы тебе спокойнее было. Че, хотите пак от этой? Знаете, зачем я хочу пака собрать? Думаю, вы понимаете. Давай, чат. Чат умный стал, скажите, зачем я хочу пука собрать. Топ 2 ДПС. А помимо этого, у него еще есть скрытый смысл. Это было бы слишком очевидно, то, что он просто хорошая фигура.
Маги будут. Нет, не будут маги. Паки это как-то не только пак. Близко. Because you can. Близко. Сука, какой эльф бы, блядь, был нахуй. Бог же мой, блядь. Боже мой, нахуй. Эльф, нет. Чтобы чат писал паук. Чтобы ЦК чаще. Опа, нашелся парень. Абсолютно верно. Заберем двойку, чтобы она не могла ролиться. И чтобы находить... Когда мы апнем пука в Т3, мы не сможем его видеть в пуле. И будем чаще видеть луну и ЦК. Опытный нашелся. Здорово, Монгер. Бля, тайда второго тут не будет. Я знаю, то, что если этого возьму, следом второй пойдет. Но мне он не нужен. Пук уже готов. У нас уже готов пулемет, парни. Парни, пулемет уже готов, если вам интересно. Его уже можно пу-пу-пу-пу-пу сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, сбили стоит, да? Что-то тут вообще пиздец пришел. Вторая этажка, третья лоня. Ну, в принципе, тогда можно больше ничего не искать. Стейк мне содрали. Потом соберу пука. Как у тебя дела с драконом? Он тоже почти собрал. Но у него что-то хп мало осталось. Скоро всех найтов освободит, потом поищем. Боже, два эльфа и два таких сильных. Реально, они очень сильные оба. Ну да, послабее, конечно. За счет отсутствия ТАшки, он тоже алыном. Бля, не понял, они нашли, блядь, дом. Еще один эльф. Там три эльфа и все в порядке. У этого ТАшка, дерево, все есть. Ёбаный рот этих эльфов. Как они заебали. Просто как они заебали. Я даже с драконом справиться не могу. Даже, блядь, с драконом. Найт все закончился там. Вперед, пук. Пулемет. 3 секунды КД, ебать, на стволе. Может его тогда чуть вперед пододвинуть, чтобы он доставал нормально. Давайте его даже вот так поставлю пока что. Чтобы он лучше дотягивался и заряжался. Раз ты настолько мощный, ты сейчас дракона там поедемейджишь. То я вот так вот даже сделаю. Шаг тебе навстречу, что называется. Так, опять чудо-эльф этот пришел, боже мой. Пук пошел, бам, фулмана. Туда хуяй, в толпу ебать. Кровище нахуй, кровище. Еще одно туда нахуй, боже, какой он пулемет. Че-то там всех пук похоронил. По-моему, пук поедемейджил дракона. Я почти уверен, что пук поедемейджил дракона. Ебаный рот. По-моему, он где-то в полтора раза сейчас поедемейджит дракона. Ну, не в полтора, но поедемейджил. Блять, я всю жизнь смеялся над пуком. Век живи, век живи. Все нахуй, больше я над пуком не смеюсь.
Правда, я немного считаю то, что так пука пододвинул, но нормально. Жесть, он выбивает. Жесть, еще одну туда, и все мертвы. Не доплюнул. Отвлекся. Но он хорошо дракону помог. У него еще нет войда. Да, он на фул отряжается. Но вообще ему можно войд засунуть. Потому что если там будет немножко другая потасовка, так сказать, то он фулмана не восстановит. Войд ему помогает от демеджа, который нанесен, и больше маны качать. Это сейчас он кидает в толпу из 9 юнитов. Понятно, что у него фулмана заряжается. А так он может себе не фул зарядить. А у него КД очень короткий. У него между вторым и третьим левелом почти нету разницы по демеджу. Там полтос. 200 и 250. А КД очень сильно падает. Он может не успеть зайдить. Он если потом юнита попадет, скинет свою автоатаку, у него не будет мана на каст. Смотри сейчас. Вот он скинул. Вот он копейки, блядь, зарядил. У него уже арба откатилась. Вот что такое, он попал в одного моба. И он просто вафлит. Ему воет точно не лишний. Ему нужно минимум там в 3-4 юнитов попадать. В 4 по-хорошему. Чтобы пулеметить. Не очень хочу виспа на некро тратить. Потрачу, если прям совсем прижмет меня. Ладно. Но стейк-то я больше хочу. Стейк я хочу больше. Пакер. Даггер на пуке. Не, он не заслужил. Ну, он тот же самый вайпер. Он сплюнул, если промахнулся, вот эта трагедия. Он еще не заедился. Плевок есть, он не заедился. Поэтому драконам вполне нормально давать войды. Либо он вот так вот добил и опять будет незаряженным, если его не побьют. А эльфы себя там, ты эльфы, и все себя чувствуют отлично. Кайф игра, ты эльфы, и все в порядке. Все, блядь, поместились, все в полном порядке. Я бы на его месте виспа бы скинул, поменял бы копу на трешку. О боже. А нахуя ты продал копу? Алоника? Лучше пантимага. Не знаю, ладно. Пускай что хочет, то и делает. Тут коп выращивают. Тут пра выращивают. Ух, этот пук. С таким пуком магов ставить. Не-не-не-не. Не поебарщивайте, ребята. Ну не поебарщивайте. Пук, конечно, хорош. Приятный молодой человек. Но не настолько, чтобы, блядь, его магов пошел вместо некро. Некро жутко хилит всю эту пачку. Он им вторую жизнь дает. У найтов не такое безумное хп. Тут нету какого-то дума с 2000 хп. Даже у дракона не так много хп. У него там сколько? 1600. У некра тут самый высокий пул. Потом там у ЦК еще будет большой пул. Пока он вообще первый. Тут пулы 1400, 1500. Это пул лайки, а у лайки маленький пул хп. Это не 2000. И некоторые, то есть у них эффективное хп за счет десятки брони и щитов очень высокое, но количество маленькое. Поэтому некор здесь такой КП доделает. Плюс, опять же, найты кучей любят стоять, то что чтобы дэмэджа хватало, особенно под драконом. И некор всю эту кучу выхиливает. И плюс тебя не могут никак наказать за эту кучу, там даже кунка особо не страшит тебя. Опа, в меня наконец-то воткнулся там парень.
Дизруптор. Без этого. Рустик есть, он его не ставит. Там надо поменять либо Дазла, либо Вич-доктора. Это намного лучше было бы, не знаю, что они меняют. Некр или ДК? От шмоток зависит. Но, как правило, ДК лучше. ДК более стейбл. Примерно то на то. Примерно то на то. О, Battlefury, я понял. Парень нашел, с чем со мной в будущем бороться. Если это будет третья фантомка, то он сможет со мной драться. Она эту коробку расковыряет. Да, с ЦК что-то так себе вышло в этой игре. Блять, Кожан, нахуй, ты опять стал между мной и экономикой. Ёбаный Кожан, сейчас тебе опять приедет нелегкая судьба. Ладно. Эльфы все еще в порядке. У нас почти гарантия победная. Я не знаю, как они должны здесь кумбэкнуть. Ох, нихуя себе. А как у тебя это все выкатить? Блять, Котл первый. Минер Зевс старые. У него вообще уже нихуя не помещается. У него 5 троллей. Некр был бы лучше, это же варлоки. Бля, у него просто трагедия происходит. Ему дазла надо убрать. Но думаю... Думаю, он и так это знает, да? Думаю, теперь он об этом знает. Он разбил и андедов, и варлоков, убрав этого. Ну, думаю... Думаю, он сейчас это обучился. Думаю, он сейчас понял то, что не зря убирал он этого парня. Так, ладно, ЦК. Все, надоело искать. Нихуя не находится. Держи, дракон. Бесполезные айтемы. Минус луна, минус луна. Охуеть. Найс. Я что-то смотрел на его стол, пытался что-то понять, вообще забыл, что мне надо искать. Саян. Ладно, спишем на первую партию. Спишемся на первую партию. Ладно, я здесь все равно, скорее всего, выиграл. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мой пук! Мой пук. Мой пук. Блять, три эльфа в игре. Три блядских эльфа в игре. Как они заебали. И они все ебут просто. Три эльфа. О, все три живы. Красиво. Мне вот этот особенно нравится. У него, по-моему, хуже всех из всех эльфов были дела. У него ТАшка первая. Походу, ему с оппонентами сильно везет. Не, он так и не справился, куда поставить этого Растика. Ну, да хуй с ним. Хотя Дазл, да, очень много делает. Вот сейчас Дазл там невероятно много сделал. Просто невероятное он сделал. Хуя шматок. И он на винстейке сидел. Дейзик закончился, да. Так у нас, ты помнишь, какое у нас начало было? Ладно, давайте луну выпустим, да? Похуй. Не Кожана же. Можно, конечно, ждать этого дракона, да похуй. Ты вспомни, какое у нас начало было. Мы думали между Open Fort'ом и между тем, чтобы драться. В итоге мы там что-то начали ставить. Мы играли с этой робой и клокой. Без Т2 юнита на первый раунд боя. Так что... Все очень сильно повернулось. В этой игре все очень сильно повернулось.
Хуя там Энигма отжирает меня, сука. Он подготовился. Подготовился ко мне. С Энигмой уже больно делает. Не, сейчас я дракона точно не буду ставить, когда есть луна, когда есть пу, которых есть кого хилить. Плюс под луну есть андеды. Ну, в смысле, есть для кого этих андедов хотя бы ставить. Боже мой. Все бесплатно, я понял. Хуй с вами. Согласен. Согласен, пикать все бесплатно. Сейчас есть под кого просто держать этого некро. Если бы луны не было, то точно стоило бы заменить. Не знаю. Мне нравится так больше. Другие шашки. Точно не сейчас. Пока они вообще сырые, не готовые, я даже не хочу их смотреть. Потом может быть. Потом может быть. Но точно не сейчас. Точно не сегодня и, думаю, точно не в ближайшее время. Можно даже так сказать сразу. Все эльфы все еще ползут. Все еще ползут. К победе. Этот парень уже до 10-го дожил. Три полностью идентичных эльфа чувствуют себя в порядке. Этот вообще 8-й левел в винстейке, я понял. Нихуя там ташка. Ну это айтемы, конечно же, есть. Два чейнмейла, БКБ, Войд, Корона, Дудка. Он еще сюда ультимейт воткнул. Тут две ТАшки. Маднес. Ну так грустно. Две ТАшки и Маднес здесь тащат. Здесь Батлфу и... Здесь грустно, кроме Батлфу и причем-то фантомка-то вторая. Особо ничего нету. Сука, Невер Тараська. О, вот это мне надо, пиздос. Как же мне это нужно? Необходимо. Вообще можно вот так встать. С учетом трех эльфов полностью идентичных с этими, с ассасинами, можно так стоять. Так, он первый махер свой поставил-то? Да. Как он там со мной дерется с Энигмой? У меня жутко айтемов не хватает. Зато пук заменяет айтемы. Вместо айтемов у меня есть пук. Так, все, одного закончили. Да он, по идее, лучше всех, кто может против меня драться. И в потенциале, и сейчас. Он там готовит Свена. Сука. Это опасно. Да, с двумя драконами я стал пободрее. Надо, чтобы его догрызли, пока можно. Клоки ему дали. Mm-hmm.
По клуну придепешивает. У, сука, безумная машина по убийству. Луна, правда, пустая. Но пук не может не радовать. Так, только не пробей меня. Кто я знаю, этот может всю трагедию кончить. Сейчас он меня сначала пробивает, потом выставляет там каких-то ебаных демонов. Он Свена продал, да? Там отмена по Свену, походу. Ну ладно, и ЦК меня не особо страшит. Я, кстати, ни одного лишнего ЦК даже не нашел. Ровно 3 за игру, больше нахуй не нужно. Я ему пизда, да? Все, он все. И этому тоже пизда. Все, он закончится решил. У, сука! У, сука! На тебе догера, братан. И покушать. Покушать возьми, сука.